Кипр отменяется. Пугачева и Загалкина не могут уехать из России с детьми. Певица улетела в Минск, а ведущий всеми силами показывает, что малышам без нее лучше. Пока Алла Пугачева зарабатывает деньги на своем юбилейном концерте в Минске, ее муж Максим Галкин вовсю занимается с детьми. У себя в Инстаграм он выложил видео, как помогает сыну собрать конструктор и как рисует с дочерью. Максим Галкин всегда выкладывает у себя в Инстаграм истории с тем, как он сидит с детьми, пока их мать Алла Пугачева зарабатывает деньги на юбилейном концерте в Минске и не особенно торопится домой. Максим всеми силами доказывает публике, что они и без нее хорошо справляются. Или он показывает это самой Алле, намекая на то, что и без нее дети счастливы. Такое поведение отца объясняется тем, что недавно появился инсайт и о том, что Алла хотела сбежать от капризного мужа и прожить старость на Кипре. Когда эта информация просочилась в интернет, в семье Примадонны сразу начались конфликты, так как это явно не входило в планы Галкина. Ведь с Аллой он может спокойно прожигать свою жизнь, почти не работая, оставаясь на обеспечении богатой жены. А в случае, если она уедет и заберет детей, ему придется искать новую старушку или старика, или же начинать работать. А ему этого явно не хочется. В его случае более выгоден вариант, если Алла покинет их семью, оставив детей ему, ведь тогда ей придется выплачивать алименты, и Галкин сможет жить на широкую ногу. Ясно, что он постарается всеми способами не допустить разлуки с детьми. И теперь еще и всеми силами показывает, какой он хороший отец, и что малышам без мамы лучше. Кипр для Пугачевой пока что отменяется. Ведь без юридического разрешения мужа она не может уехать из России вместе с детьми. Возможно, дело в том, что Алла наконец увидела истинную сущность своего возлюбленного. Ведь неспроста ходят слухи, что Алла только за порог, а к Галкину сразу Дроботенко. По слухам, у комиков давний роман, и Алла просто в ужасе от того, что его свидетелями являются их дети. Неудивительно, что певица хочет избавить малышей от контактов с радостным отцом, если слухи все-таки окажутся правдивыми.